27 января, в воскресенье, в Чебоксарах пройдет региональный робототехнический фестиваль. Всех желающих окунуться в мир компьютерных технологий ждут в Академии искусств. Шагающий шорт-трек, перевозчик, башня, путешественник, робокарусель, икаренок, отборочный тур республиканских командных соревнований по робототехнике «Профест Чебоксары 2019» пройдет по этим направлениям. Ожидается около 300 участников. Посмотреть и поболеть за команды могут прийти все желающие. Итоги подведут в этот же день. Команда победителей отправится на Всероссийский робототехнический фестиваль «Профест» в Москву. К тому же 27 января там же в Академии искусств пройдет ассамблея юных изобретателей. Участники соревнований и гости фестиваля смогут стать участниками различных мастер-классов по техническому и творческому направлениям.